Право на забвение звучит громко. На самом деле так окрестили нововведение в федеральный закон об информации, информационных технологиях и о защите информации. Дополнение вступило в силу с Нового года, и его суть в том, что теперь каждый пользователь сети интернет вправе потребовать удаления неустраивающей его ссылки на информацию, недостоверную, неактуальную или откровенно лживую. И владелец поисковой системы должен это требование выполнить. Но во всех ли случаях? Как работает механизм и насколько он эффективен по сути? Об этом поговорим с экспертом в студии, юристом, адвокатом Белгородской областной коллегии адвокатов Екатериной Клоповской. Екатерина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сразу определимся с правоприменением статьи, уже окрещенной правом на забвение, и распространяется ли она на социальные сети. О правоприменении говорить еще рано, потому что закон только что вступил в действие. Прошло слишком мало времени для того, чтобы говорить, что мы можем ознакомиться с тем, что как состоялось уже какое-то решение, да, по заявлению. Что касается распространения закона о забвении на социальные сети, то поясню сразу, что обязанность по удалению ссылок на недостоверную информацию распространяется только на владельцев поисковых систем. То есть речь идет об удалении ссылок, я правильно понимаю? Да, удалить по изменениям, которые внесены в закон об информации и вступили в действие в январе 2016 года, можно только ссылки на информацию, которую заявитель считает для себя недостоверной или неактуальной. Сама информация сохраняется на том сайте, которым она раньше была размещена. Эта информация по этой норме права удалению не подлежит. Куда должен обратиться человек, чтобы удалить информацию из интернета, которую он считает недостоверной, вот эту ссылку на информацию? Каков этот механизм? Заявитель должен обратиться к владельцу поискового сайта. То есть он должен самостоятельно установить адрес, по которому он может обратиться. Это должен быть адрес регистрации юридического лица на территории Российской Федерации. Обратиться туда с письменным обращением, оставить у себя доказательства того, что он обратился с этим заявлением. А после получения заявления оператор поисковой системы должен в течение 10 дней принять решение. Либо удовлетворить требования заявителя и удалить ссылки, о которых он просит, а заявитель должен перечислить конкретно ссылки, о которых он беспокоится, либо отказать. Если оператор отказывает, то заявитель может по месту своего жительства обратиться в суд и потребовать удаления этих ссылок уже путем принудительного механизма через судебное решение. Но при этом, я так понимаю, если, к примеру, ссылки были удалены по обращению из Гугла, то в Яндексе они точно так же остаются. Человек должен продублировать. Конечно, конечно. Если эти же ссылки выдает другая поисковая система, то заявитель снова должен обратиться с заявлением уже к владельцу другой поисковой системы. То есть автоматически ссылки из всех поисковых систем не будут удалены. Может ли таким правом воспользоваться несовершеннолетний житель Российской Федерации? Или на это имеют право только его родители? Нет, в интересах несовершеннолетних действуют либо родители, либо опекуны, попечители, либо социальные учреждения, в которых дети находятся в случае отсутствия у них родителей. Исключение составляют совершеннолетние недееспособные лица, за которых могут подавать эти заявления, также их опекуны, попечители, либо социальные органы. То есть здесь существует правило, каждый сам за себя, то есть только заявитель вправе требовать удаления тех ссылок, которые касаются его лично. Екатерина Ивановна, итак, ссылки на какую информацию подлежат удалению и в каких случаях администрация поисковой системы может отказать в удалении той или иной ссылки на информацию? Однозначным основанием для отказа по удалению ссылок является информация о совершенном преступлении, по которому не истекли сроки привлечения к ответственности, да, либо о осуждении этого лица, признанию виновным в совершении какого-либо преступления, по которому судимость не погашена. То есть эта информация не будет удалена ни по решению владельца сайта, и я думаю, что по решению суда она также не будет удалена, даже если заявитель обратится. Это единственная категория, которая в законе четко прописана. Вся остальная информация, в принципе, может удаляться. Но если мы говорим об удалении ссылок, то здесь, получается, удаление одной ссылки – это не панацея. Тут же могут появиться новые. Вот как здесь выбрать этот механизм? Это получится, по сути, такие догонялки, да, с поисковыми системами. Новая ссылка появится уже на новую информацию. Если поисковик удалил по заявлению, по требованию лица какие-либо ссылки, а те же самые ссылки не появятся. То есть если появятся, то ссылки новые, которые также могут не устроить это лицо. И это лицо также может опять обратиться с заявлением об удалении этих ссылок. Но проблема-то, по сути, в источнике информации.
Конечно, потому что на сайтах, на которых опубликована эта информация, она сохраняется. И требовать удаления информации на сайтах можно только в том случае, если она порочит честь и достоинство. Если она задевает деловую репутацию гражданина, либо юридического лица, либо содержит какие-то измышления, клеветнические какие-то заявления. То есть существует другой механизм защиты. В этом случае лицо, которое хочет защитить себя не только от недостоверной и неактуальной информации, но и от противоправной информации, которая в отношении его размещена, должен обращаться именно к владельцу сайта, который разместил эту информацию, соответствующими требованиями. Это могут быть требования как о удалении информации, об опубликовании опровержения, о денежной компенсации, допустим, морального вреда, если информация оказалась действительно недостоверной, и владелец сайта, который разместил эту информацию, не может доказать, что информация соответствует действительности. То есть этот механизм существовал всегда, гражданско-правовой, который может человек реализовать на основании, тут уже вступает в действие гражданский кодекс, то есть защищает свою честь и достоинство путем частно-правовой защиты своих интересов. Екатерина Ивановна, спасибо за то, что нашли время прийти к нам в студию и за столь содержательную беседу. До свидания. До свидания. А я напоминаю, экспертом в студии сегодня была адвокат Белгородской областной коллегии адвокатов Екатерина Клоповская. Мы говорили о праве на забвение и поняли, что для защиты информации и от информации есть все механизмы. Надо только правильно пользоваться нормой закона и создавать прецеденты.